Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music. Сегодня мы с вами послушаем N-Type Дятел Вуди. В общем, те, кто давно следят за каналом, знают, что я не особо как бы фанат N-Type, и его музыка мне не нравится. Но, тем не менее, мы продолжаем его слушать, и новый трек, если я не ошибаюсь, это первый трек в 2024 году. Да, я не ошибаюсь. Дятел Вуди, давайте смотреть, что нам предлагает N-Type, и... Как бы последний трек про деда был неплохой. Поэтому есть какие-то надежды, что дальше что-то будет уже круто. Хочется на это надеяться. Но на самом деле, если трек хуйня, то я думаю, мы опять не будем его слушать. Хотя, ну вот альбом, да, хуйня, послушали трек про деда. Если дальше опять пойдет хуйня, то мы будем скипать его, как я и раньше делал. Вот мне раньше было на его поебать с высокой колокольни. Вот так же будет, если это трек хуйня. Но этот трек вполне спокойно может быть хуйней, потому что как бы, это, во-первых, N-Type. А во-вторых, этот трек набрал всего лишь 3% в Телеграм-канале, что, по сути, пиздец мало. Вот. Не забывайте на Телеграм сабаться, чтобы голосовать за треки N-Type, если вы все же хотите его видеть на канале. И не забывайте про Twitch, потому что люди на Твиче сумасшедшие, просто ебанутые. Вот, например, Шерзи пишет. Всем привет, я устроился работать охранником на кладбище, чтобы поливать золотым дождем могилку Смафани, дабы тот мог озолотиться. Пожалуйста. Вот. Ну, а мы начинаем сами слушать. Let's go. Бля! Как зовут тебя на худи? Он стучит, а значит дятел Вуди. Со мной, братишка, ствол, с ним дети пули. Тебя снесет, мы типа ветер дуем. Захожу в клуб, мои псы, ловим мы взгляд, броник пули. Бруэй у микро, бичес лайк, со мной ща, бэй, у нее есть муж. Бро, я типа вака, флака, флейм. Важна семья и братья нахуй фейм. Ушел с дерьма на рэке каждый день. Пау, пау. Смешно рыбак кричит, у него гейм. Возьму за жопу, разбежался гейм. Придурок, ты в России, будь умней. Я знаю старших, кто делал так. О чем ты пень в треках читал? Те, кто реал, делал свой мув. Будет молчать, будет молчать. Еду на худ, это чекпоинт. Рэп, игра, бой, а N-Type бой. Кэш убегает, мы его ловим. Слышу их рэп, чё за помой? Я продолжаю, каждый свой новый день я дорожаю. Много работал, я рад урожаю. Слушай, не так плохо. Многодетная демки рожаю. Горячая кровь, бро, я типа уезжаю. Поэтому Москва, мы в клуб выезжаем. Палим под водой, называй калашаем. Любим бабки, пожилых уважаем. Меня свой круг, еду на квадрат. Я залетал в клуб, чтоб сыра собрать. У меня свой круг, еду на квадрат. Я залетал в клуб, чтоб сыра собрать. У меня свой круг, еду на квадрат. Я залетал в клуб, чтоб сыра собрать. Бля, он прогрессирует, походу. Это не так плохо, реально. Как вам? Ну куда без кринжа? Куда без кринжа? Здорово, Тимка. Ну куда без кринжа, да? Ну короче, хуй знает, блять. В целом норм. Тимчик был. Да! В общем, я хочу сказать, что N-Type прогрессирует. В целом, это уже не так плохо, как могло быть. Раньше было хуже, я считаю. Нормально, то есть он прогрессирует. На мое удивление, сам не ожидал. То есть здесь есть интересные парты. Есть какое-то разнообразие. Разные куплеты, да. Припев довольно интересный. Единственное, аутро кринж. То есть я бы такое не слушал, но то, что прям отказываться от N-Type, ну как будто от этой идеи пока что нужно отказаться. Потому что хорошие треки есть, имеются. Ну и это точно не 3%. Ну это процентов 6 может. Тем не менее, вы набрали 3 всего лишь. Ваше право, мое лево. Но я бы дал, я бы как бы думаю, что этот трек достоин больше процентов, но понимаю, что, возможно, многие даже не просто не слушали, а увидели имя и дефолтом подумали, что это полная хуйня. Но нет, полная хуйня была на альбоме. Да. А это еще круто. Ну, относительно альбома. Так-то просто норм. Да. Но... Надеюсь, что N-Type начнет делать прям слушабельные треки для меня, то есть, чтобы я смог прям слушать их, проникаться и кайфовать, а не просто сказать, о, наконец-то что-то нормальное.
Понимаете, да, про что я говорю? Так что желаем просто успехов, продолжаем слушать Энтайп, ждем новых релизов. Ну и надеемся уже, что какие-то треки будут попадать в плейлист. Ну а на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарии, не забывайте про Телеграм, Твич, Бусти, все ссылочки в описании. С вами был я, Афанов, были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.